Привет, друзья мои, дорогие зрители моего канала. Короче, иду вот так вот по набережной. Ну, для того, чтобы меня тут не видели. Я же тут как вот, знаете, как Витюшка ходит. Теперь вот так вот хочу походить вот так. Чтобы мои только ноги видели. Да, и руки. Да. Точно такая дорожка красивая. Это дорожка для слепых. Я, короче, слепой. Видите, какие цветочки. Кстати, вон они, люди. Мальчики, девочки сидят там, целуются. Катаются вон по дорожке вилла. Ну, короче говоря, велосипедные. А посмотрите, какая лодка. Лодка. Это суперская лодка. Везет там... как путников, путники по волке, а вон, короче, на левом берегу такие дома красивые. Вот. Ну, конечно, я вплавь не поплыву, а вот этот мост и фонтанчик такой, он еще подсвечивается. Смотрите, какая красота, краски, вон, эти чайки летают, господи Иисусе. Видите, очень-очень красиво. А какой у нас закат, друзья мои. Какой закат, боже мой. На этой набережной проходило очень-очень много чего. Кстати, хочу сказать вам, это раньше была Октябрьская пристань. Вот. Ну, естественно, фонтана тут и не было. Тут фонтанчик, там три секции было в этом фонтане. Сейчас одна. Вот видите, какой вертолетик летит. Летит. Блин, так он летит, фокуса нет. Никакой, понимаете, фокуса нету. Но я вам показываю, что он такой вот летит. Летит. Все улетело. А мы продолжаем смотреть наш фонтан. Фонтанчик такой красивый. И так вот, видите, вон шиль-шиль-шиль делает, да, видите, вот так. И подсветка. Если бы я пораньше, конечно, был, то есть попозже, то свет, ну, подсветка была бы красивая. Ну, фонтан работает только до 10. А в 11 часов у нас он только темняет, так что уж извините, подсветки нет. Ну а на этом все, милые мои, всем хорошего настроения, до свидания, люблю, целую.